Арти-25 представляет. Хм. Какой красивый. 261. Так, две ЛТ-хи вижу, две арты вижу. Бой начинается. Что я еще вижу? Хм. Смерть я свою вижу. Ну попробуем, да, вот. Чуть-чуть слева. Вот сюда уехать. Ну, я немножко дерево свалил, ну, сорян, но так бывает. Ну, видите, ему пришлось отъехать из-за этого. Тут же могут еще стоять всякие челики. А вот тестолет, а вот вафля. Но она за дом, да? Ну, почти. Ну, неплохо. Можно и во рту было кинуть. Можно вообще в кого угодно там было кидать, потому что цели миллион. Но главное было сконцентрироваться на одной. И все. Потому что, как всегда, когда много целей, и ты такой, в кого кидать? И делаешь ошибку, и не попадаешь ни в кого. Так кто? Виктор, Андрей, привет. И Миха, здорово. Дима, здорово. Ям, здравствуйте. Ой, какой хороший урончик. Привет, Алексей. Как думаешь, жетоны боевого пропуска после окончания дальше будут копиться или их лучше тратить? Их лучше тратить, потому что они будут конвертироваться автоматически. Один жетон 100 бон. Мало. 100. Андрюха, привет. Зара, привет. Так, прямое дали. Ну, в 95-го он хотя бы в засвете. Ну пойдет. Сплэш это хорошо, лучше чем прямой, потому что прямые по 95-му мы знаем, чем заканчиваются. Уроном каким-то минимальным, либо вообще без урона. Денис, здорово, Русланчик, здорово. Побеждал хоть раз мир на 13 на высокой сложности? Не, на высокой мы вроде не победили. А может победили, я не помню. Не, там не возьму. Засвет нужен. Блин, такой выстрел профукал. Ну, я, наверное, пока здесь останусь. Там же можно было и по ЛТ дать, и вообще по двум танкам дать. Блин. Так. У нас какая-то, конечно, раскатка непонятная. Вот здесь АИМХ что делает? Стоит. 75-й пропадет сейчас. А АИМХ вижу. Кусочек. А, нет! Так, а чего вы все сюда приехали? Дай-ка я, наверное, вот так встану хотя бы за холмик. На всякий случай. Смог победить один раз. И то на последней секунде. Ну там сложно. Ну, тут никак. Угу. Мне никак. Наши ребята могут. Хорошо, давай поможем вот здесь тогда с тяжиком, либо 704-м. СТБ, ну нет, слишком быстро для меня сейчас. 704-й, наверное, да. Нет, да. Ну так. Накрыл. Да нет, нет, да. Угадай-ка. Мышка на арте, привет. Сталин the best, это просто совпадение, не больше. Сколько перелетов в этом бою уже? Но по-хорошему, надо лес помочь. Лечь помочь.
Надо помочь в лесу. Потому что это ближайшие ко мне враги. Бум. Разрыв, как будто планета взорвалась. А всего 200 урона. Здорово, Татарин. Здорово. Ну, через батл проще. Ну вот сейчас через батл попадаю, забираю, через обычный прицел не попадаю, в принципе не попадаю видом сверху. Что вы скажете на это? Кто обычно топит, что батл косой. Сейчас у меня совершенно все наоборот. Привет, Никитан. На вторую жизнь не будет бота агрессивнее? Может быть. Ой, хорош, мунтику разбрили. У них вот здесь стоит 277, скорее всего, в елке. Вот 95-го вижу. А вон СТБ. Ну, давай по 95-му. Наверное. Ну, так вот, где-нибудь. Ну, вот они, вот. Вот оно, прямое на 17. Я поэтому прямые и не люблю по Т-95. Ну, тут без вариантов было, как бы, куда попаду, уж туда попаду. В елке, да, все правильно стоял 277. То есть, я мог бы даже, если бы не было засветов, кинуть в елку вот сюда. Попасть бы в 277. Ну, наверное, попасть. Равен, привет. Радист контуженный, только пока ты здесь. К радистка В5. Сочувствую, кстати. Да стой. Ну, тут 136. Все в экраны прям летит вообще, в экраны. Ладно, его забрали. Неплохо. Лика, привет. Да, выйдет. Надо докачать там полевую. Я как раз подрубил пока резервы. Сегодня Ёшкин приходил днем на стрим, тебя вспоминал. Привет тебе передавал. Сири, я не с тобой. Я не хочу 95-го кидать. Просто не хочу. Здорово, Глюк. Спасибо. У меня вариантов нету сейчас на самом деле. А, все, супер. Ладно, варианты есть. Вариант какой? СТБ? Он вообще уехал вот так вот. Вот так вот. Я подозреваю, что он едет вот сюда. Он сейчас может что-то сломать тут. Не, ничего не сломал. Значит, он сюда не заехал. Давай, пока засветов нету, к воде переедем. Ну вот пересечетесь и передадите приветы. А так, если что, да, передам. Привет, плеер. Там уже тестолет, блин. Попробую. Но я не успею сейчас развернуться, он уже пропал. Но тут еще и другие челиксы по-любому. Всякие футюры. И так далее, и так далее. У меня сегодня усики, а это значит, что мы должны тащить катки. А что по музыке усики? Музыка включена, но она не работает.
Хочу музыку. Бам! Дуй от Седова. Блин, ну мне надо переехать, потому что у нас вот здесь открыто все. Пробитий за этот стрим. Дай бог 50 попаданий это сделать. Не требуйте невозможного. Тогда все будет. Ледвова, здорово. Пам-парам-пам. Так, вот здесь ломается. Начну вот здесь подглядывает из-за домика, из-за этого. Смотри, спорим попаду? Попал. Надо было спорить на миллион баксов. Я бы был бы богаче на миллион баксов. Ну тут футюр уже, блин, едет. Ну пипец. Ой, ты стреляешь даже фугасами без оглушения. Братишка. Я могу сейчас не успеть к стану. Надо вот здесь за елками прятаться, кустами. Вот как-то так. У меня даже других снарядов-то нету. Но он, скорее всего, здесь будет из кустика подглядывать. Он пока вперед не поедет. Это 1000000%. Я не попал. Хотя, может, сплэш ему цепанул. Чего вы все туда забурились-то? О, стоят кемперки. Но я, кстати, кинул ровно в куст. Вот он мой сплэш. Значит, он тут не стоит. Странно, я бы на его месте в куст бы заехал в этот. А он ближе едет. И не попали. Новые кемперки. Сейчас я дам. Я дал пробитие. У него снарядов нет. Да неужели вы его забрали? Можно? Ух, ни харта, в нашем углу вот здесь стоит. Блин, сейчас от СТБ умру, да? Нет! Пожалуйста, нет, я еще молот. Молот. Там Т в конце, не Д. Но ты красавец, на ход кинул. Блин, я столько раз дал на самом деле в этом бою. У нас хлебушки в угол забились. Я еще и пробитие, да, дал, получается. Футюру, насколько я дал? 913 урона я футюру дал. Блин. Ладно, пойдем дальше у нас. Резервы. За ничью мастера. У меня 400 урона. Стана нету. А за что мастера дали? Подожди, а как так-то? Ну я 12.40, 13 минут там проиграл. В том бою. Блин, ну, типа, бой крутой, окей. Жалко, я не могу этот опыт удвоить. Блин, обидно.